своего ума и, в общем, с различных научных экспериментов, что мы сейчас и будем делать. Шоу профессора Звездунова у нас в гостях. Множество пробирок, которые сейчас, надеюсь, не взорвутся. Надеемся. А также Валентина Сидоревич, она же профессор Полимеркина. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Кисич, он же профессор Туманкин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Не взорвется точно? Точно не взорвется. Все безопасно. Ну, то есть, если что, с профессора. Так, ребят, рассказывайте, что будем сегодня делать, какой эксперимент? Мы сегодня пришли показать вам наш способ тренировок. Новый вид спорта. Новый вид спорта, который был открыт нами с профессором на медле. Спорт – это хорошо. Да. В общем, мы решили скрестить науку и биатлон. Да. То есть, мы люди ленивые немножко, так что мы как бы не бежим там на лыжах, да, много километров. Мы сразу решили стрелять. Нанопулями каким-то. Да-да-да, можно сказать, нанопулями. Да, нанопулями. Профессор, прорекламируйте наш пушку-установку. Это наша новая пушка, да, профессорская пушка, ружье. Состоит она вот из такого круглого отверстия, это вот самое важное, да, что в ней есть это отверстие круглое. Надо проверить, нет ли тут каких-либо кроликов там? Нет, кроликов нет, ничего нет. И мембраны. Резиновой. А для чего она нам нужна, сейчас покажет профессор Туманкин, пожалуйста. Да. Все верно. Она нам нужна, если мы будем, то есть, так стрелять, мы не собьем никого. Только себя с толку. Да. Для этого нам понадобится, моя фирменная штучка, это, конечно же, туман. Профессор Туманкин. Да. Туман, да. Мы будем туманом наполнять нашу пушку. Профессор будет... раздавать мишени. Да, но сначала он будет сам мишенью. И так. Мы покажем, то есть, как на профессоре можно использовать нашу новую пушку, которую можно будет использовать. Мы сейчас наконец-то узнаем, откуда в природе туман берется, да? Все верно, все верно. Ну, вот то есть мы берем нашу пушку, наполняем ее. Так, чем же там наполняют? Туманом. Как я и сказал, наполняем туманом. Угу. Подходим, видим цель. Ой, страшно. О, так. Профессор, не пугайтесь. Она уже сама цель упала. И делаем выстрел. А потом мы видим цель и тоже делаем выстрел. А потом, давайте остановимся. Давайте остановимся теперь. Хорошо, профессор, пожалуйста. Такая цель сложная. Вот колечками вылетает. Профессор, да давайте, стреляйте в меня. Профессор. Смотри, Саш, колечками, на самом деле. Так. Нет, ниже. Ниже, все правильно. А теперь предлагаю вам отомстить, Александру, за что-нибудь. Так что давайте наполним еще. Давайте наполним. Пока профессор Туманкин наполняет, расскажу, что же происходит. Давайте. Мы наполняем нашу пушку дымом, и кольца дыма получаются из-за того, что мы создаем давление в этой пушке. Так, а мне-то почему? Оттягиваем мембрану. Так, давайте. Сильнее. Цель сильнее. Два. И на третий раз. Это мы это сделали. Так что можете приехать к нам в лабораторию, мы вам вручим корочки биатлониста. Научного биатлониста. Может быть, научного сотрудника. Сила и дальность вот этих вот дымовых колец, она зависит от силы оттягивания мембраны. Да, чем сильнее, тем дальше и тем сильнее ударная волна, которую мы создаем. С помощью вот этой ударной волны мы избивали мишени. Если, соответственно, сделать чуть поменьше диаметр, то еще сильнее. Все верно, да. Все верно, будет поменьше. Будет сильнее, да? Да, все верно. Ну и, конечно же, от того, как вы будете оттягивать. Но это уже профессионалы. Это уже следующий уровень. Это профессионалы. Ну, то есть, правильно, профессора. Ну что же, спасибо вам за такое новое увлечение и, возможно, новый вид спорта. Действительно, 21 век нам... 21 век нам дарит много различных новых видов как раз вот именно спортивных состязаний. Ну, возможно, в скором времени мы увидим, как ученые из различных академгородков будут пускать выходить, вот такие клубы. Да, вот какие, не знаю, придумывают соответствующие профессорский антураж. Профессорская олимпиада какая-нибудь. Профессорский биатлон, допустим. Мы уже планируем это как бы подать заявочку. Собственно, можете присоединяться. Геймеры уже подали свою заявку на Олимпийские игры. Вот мы тоже. Ну что ж, спасибо. У нас шоу профессора Звездунова было в гостях. Выяснили, как можно туманом сбивать различные мишени, в том числе и такие вот стаканчики. Пускать кольца, например. Ну и вообще развлекаться. Да. И под конец... Профессор Туманки не может остановиться. Вау. Смотрите, можно сделать олимпиаду. Да, это... Олимпийские кольца. Спасибо. Ну а мы идем далее.